Всем привет, Костелло здесь, мы с вами продолжаем проходить Steven Universe Unleashed The Light. В общем и в целом, как вы, наверное, заметили по моему каналу, у меня появился один новый формат, который я, скажем так, адаптировал под, ну, скажем так, под русский YouTube. Ну, почти что. В общем и в целом, Google Speedrun у меня появился, необычный такой, и по Raven зашло, а по Rouge почему-то пока что не зашло. Но со временем, возможно, даже вам зайдет, и буду набирать столько же просмотров и столько же лайков, как и у двух оригинальных авторов вот этого вот всего дела. А пока что давайте ненадолго вернемся в наш летсплей, потому что я давненько уже не заходил на летсплей. Я не играл ни в Black Mesa, ни в Steven Universe, ни в Cyberpunk, ни в Medium, в конце концов. Я уже 3 недели не играл в Medium, но пока я к нему еще пока не хочу возвращаться. Пока что давайте насладимся Стивеном Юниверсом. Сегодня мы, короче, с вами добьем вот этот вот мир первый. И дальше, не знаю, пустит ли нас в следующий мир. Возможно, нам придется вернуться обратно, чтобы найти, чтобы вставить наши ключи. Но меня очень радует, что вам заходят мои прохождения по Стивену Юниверсу, поэтому мы продолжаем. О, ты хочешь там что-то показать? Давай, с удовольствием посмотрим. Окей. Так. Кликнуть. На кого кликнуть? В смысле? На экран Джорджа мастерская можно перейти из любого телепорта. Так, чертежи. Так, для каждого чертежа требуется определенная комбинация сфер. Это требование автоматически отображается внизу. Дать. Это ляпис. А у нас ляпис в команде нет. А, мы создали? Да ну. Подожди. Не понял. А это чё? А, так у нас нету желтой, господи. У нас нет желтой сферы. Ты мне зачем показываешь, если у нас нет желтой сферы? Ты чё, дурачок? Так, подожди. Верни меня обратно. Вот, спасибо. Так, может сделаем хотя бы раз смену отряда? Потому что давненько у нас Ляпис вообще не была в роли в команде. Поэтому давай, поехали. Ляпис, твоя очередь. Сегодня побыть. А звездочка вместо жемчужины. Так. Так, здесь нам нужно лучи направлять, по-моему, да? Да, здесь нам нужно лучи направлять. Так, а здесь сундук. Открывай. Да-да-да, само собой. Супер Дог Коптер. Забавный шутер, основанный на известной киношной франшизе «Лапы вверх». Окей. Выкройка костюма. Джордж может использовать выкройку для изготовления костюма. Стивен, посети телепорт. Посетим обязательно, но сначала давайте мы здесь все обследуем. Пока мы играем в исследователя. Так, в ту сторону нам не попасть, потому что там есть пещера. Так, враги. Отлично. Все, поехали. Так. Так, сейчас нам нужно поменять. Потому что здесь как раз можно сделать так, чтобы... Так, подожди. Вот. Так, давай. Поехали. Подожди. Ебой! Красиво! Это сейчас было красиво. Так, давай. Добей их. Нормас. Сразу троих. Ну ладно, окей, не троих. Так, и что осталось? А все, у нас только остался вот этот шняга. Но у нас есть еще халявная звезда, поэтому можно, в принципе, ее потратить. Все, найс. Так, теперь давай гранат. Гранат, давай. Отлично. Все, гранат его сделала. Так, теперь давай вот. Ты че? Молодец. Так. Ага, халявную звезду больше потратить нельзя. Я понял, давай. Ну, он один остался, поэтому все, уже его можно, в принципе, слить. Давай. Давай, гранат. Ты меня в очень... При предыдущей серии ты меня очень хорошо порадовала своей работой, поэтому давай. Пока раз у нас новых персонажей нету, то вот. Так, все. 3 звезды набраны для гранат. Сейчас давайте мы ее что-нибудь улучшим. Ей. Так, что у нас есть?
Гранат теперь не восприимчива к оглушению. Атака гранат усиливается после проведения двух идеальных контратак подряд в один и тот же вражеский ход. Получает большой бонус дружбы за поврежденных врагов. Не, давай вот эту вот возьмем. А это значит теперь невосприимчиво к оглушению. А это здесь. Пока гранат находится в команде, автоматически повышает защиту всех союзников на 5%. Не, это фигня. Давай вот эту возьмем. Так, ну и все получается. Дальше уже пока никого не получится улучшить, потому что недостаточно улучшений. Так, давай. Бери, значит, сундук. Чё это? Значок защиты. Каждый ход на задней позиции в построении восстанавливает небольшой объем здоровья, когда нет врагов позади команды. Так, сейчас можно это кому-то одеть. Например... Ну-ка. Ну-ка, подожди. Значки. Возьми. Одень. Господи, как ты орёшь, блин, пипец. Ты чё? Так, передот. Еще одна. Ты же Стивен? Конечно, привет. А это Призма? Ну да. С ума сойти? Я бы ничего не пожалела за эту штуку. Можете представить? Передот с Призмой? Мои шутки просто искрометные, твою мать. Она напоминает мне другую передот, которую я знаю. Вот хорошо, что я ляпис взял с собой. О, беги. Ну, прокачаться не помешает, конечно. Так. Я хз. Ну, давай. Ну, так себе, честно скажу, но... Ну, было неплохо. Так, давай сейчас на нас наряди свои когти. И мы сейчас потратим халявную звезду. Даже вот эту возьми. Во, вот это будет вообще отлично. Так, значит, давай бей его. Намаз. Отлично. Один готов. Все. Так, теперь давай ты. Вот этого. Слабовато. Очень. Так, тогда вот этого облей. А то иначе он будет на нас нападать потом в одном из ходов. А нам надо его как-нибудь поджарить. Давай, все. Отлично. Эти пока будут просто готовиться к атаке. А это вообще никак не будет атаковать, по-моему. А нет. Мразь какая, ишь. На тебя должен был огонь подействовать, разве нет? Ладно, допустим. Так, гранат. Давай дальше. Вот этого. Она вообще работает просто круто. Так. Она шлепает плохо. Просто отвратительно, пипец. Давай. Вот, все отлично. Так, давай еще халяву звезду. Еще давай. Молодец, так. Так, гранат. Давай. Отмочил его ему строй. Так, теперь... Еще одному отмочил его устрой. Удача, нифига. Вот это я выбил хорошенько. Так, ну и что остается? А это что такое? А, это защита, не надо. Ну тогда добей, что? Добей. Здесь кроме гранат, все остальные, они почти бесполезны. Ну, кроме гранат... Ляпис и Стивена. Вот она вообще бесполезна, офигеть. Надо, короче, в каком-то телепорте надо ее поменять, потому что она начинает становиться бесполезной абсолютно со своим кнутом. Меня Рил начинает кнут разочаровывать. Пипец, ты, конечно, выдержал удар. То есть почему-то кнут у Аметист, вспомнил ее имя, у Аметист кнут становится почему-то бесполезным, хоть убей. Не, приворотный камень это фигня. А чё? Следующее очко. Не хочу. А есть что-нибудь, что восстанавливает здоровье не так сильно? Ну вот, как-то так хоть можно. Так, значит, чё? Так, во-первых, иди давай добивай вот этого. Ну да, блин, конечно, ты его добила, пипец. Ладно, давай кетчуп кинь. Давай. Найс.
Отлично. Так, ну и все получается. Остается тогда что? Давай. Вот так. Все. Ну и все. Ну да, давай. Блин, сейчас ляжет, если сейчас Стивен... А, нет, не Стивен, это Паша. Давай, ладно. Так, ну и все, гоу. Все, готов. Отлично, готов, заодно есть, что можно... С помощью чего можно это... С помощью чего можно восстановить здоровье для Стивена. Ледяные сосульки у Ляпис. Ледяные сосульки наносят дополнительный урон любому врагу, атакованному кем-либо из группы, один раз за ход. Ляпис может иметь одновременно до 3 сосулек, но теряет по одной сосульке при каждом попадании в нее. Ясно, понятно. Вы не думаете, ребят, что я Google Speedrun закончу на этом? Я имею в виду, что если вдруг у меня не получилось с Рукш. Я наоборот буду продолжать изо всех сил. Потому что ролики коротенькие, а вы прям просили, чтобы были ролики коротенькие. Они будут. Зеленый ключ мы нашли. Окей, допустим. Так, идем, значит, назад. Сейчас самое главное не потеряться, а то иначе мы сейчас можем потеряться в какой-то момент. И мы не поймем, куда нам нужно идти. Так, вижу в кустах всякое такое интересное. Всякое такое интересное. Так, магазин. Что мы можем купить в магазине? Так, у нас есть аптечка. Которая у нас есть. У нас есть сфера, у нас есть кольца. Берем вот эту шнягу. Забирай. Вафельная буррито. Восхитительная закуска поднимает завтрак на новый уровень. Само собой. А еще поднимает уровень холестерина. Тот высокий завтрак, я вам так скажу. Так, а у нас есть такой. Незачем. Так, сейчас нам нужно улучшить Стивена, давайте. Так, значит... У Стивена появляется шанс выполнить удачное исцеление с помощью способности воодушевления. Пузыри разрушаясь, теперь немного лечат. Не фигня. Бери вот это. Так, здесь. Повышает атаку на 10%. Пузыри теперь имеют шипы. Враги, атакующие союзников, в пузыре получают урон. Не фигня тоже. Они тем более все равно этот пузырь потом пробьют. Нафиг надо. Так, теперь можно, давайте для Ляпис что-нибудь можно. А, во, кстати. Ну и все, пока. Ну и все, пока, отлично. Пока, харе. Так. В игре, кстати, есть еще один секретный уровень, связанный с Перидот. Я, правда, не знаю, где он находится, потом как-нибудь узнаю. Да еб твою мать. Окей, допустим. Эти пока пусть свои пер... Я думал, он будет сейчас заряжать свою перделку. Соника, имею в виду. Ну, поняли, о чем я имею в виду. Так. Так, 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 так. Ляпис. Ну-ка, сосули. Это сейчас что за атака была такая? А, это она типа защиту, что ли, себе повысила? Я не понял, что она сейчас сделала, ну да ладно. Так, ну ладно, допустим. Так, Стивен, давай. Да, блин. Окей. Так, у нас есть халявные звезды, подожди. По-моему, одна есть. Вот она. Забирай. Забирай. Так, и сейчас давай гранат. Давай. Камаз. Так, ну и все, давай, ладно. Неплохо. Все, окей, пока хватит. Пока камень дружбы использовать не будем. Плохо. Да ладно, фак. Сразу троих, нифига. Блин. Все, зашибись. Все, теперь можно, давай. Рано, рано, рано. Используем на битве с боссом. На битве с боссом используем эту силу. Пока рано. Рано, 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 рано. Эту силу пока еще использовать рано. Это сила, которую я разблокировал в предыдущей серии, кстати говоря. Так, сейчас можем, в принципе, сделать читерское восстановление здоровья. Когда полностью восстанавливается здоровье с помощью вот этого завтрака. Такс. Так, 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 так. Ну-ка, сможешь? Нет? Давай. Она очень хреново их атакует. Я не понимаю, почему. Давай.
Гранат это вообще имба. Прям конкретно, вот хоть убей. Вот говорите что угодно про гранат, но она здесь реально имба, просто пипец. Мне очень нравятся ее атаки, серьезно. Так, давайте сейчас мы поменяемся с аметист. И будем использовать нашу волну. Нормас, давай. Неплохо. Так, можем сейчас, в принципе, кстати, добить. Давай, добьем. Добили. Отлично. Все, этот убежал. Я думал, хотя я думал, он останется в бою. Так. Добавляет одно звездное очко каждый ход в течение 9 следующих ходов. Не, это фигня. Не, это фигня. Так, тогда давай, наверное, кого-нибудь сейчас... Не, подлечить это тоже фигня. Поменять построение второй раз. Зачем? Ну, тут ничего нет такого, чтобы я мог использовать это. Нет, тут нет ничего такого, чтобы я мог использовать. Вообще ничего нет. То есть мне ничего не хочется использовать в данном случае. Гранат, добей. Я, короче, теперь понимаю, кто здесь мой самый любимый персонаж из мультсериала. Это гранат. Фай того, что она имба. Хотя на самом деле я мультсериал не смотрел, поэтому говорить об этом рано. То, что гранат имба. То есть пока не посмотришь мультсериал, лучше не судить книгу по обложке. Чё я несу, кстати говоря. Ладно. Так, а вот, собственно, и пьедесталы, с помощью которых можно там менять цвета, не только. Так, а тут можно? Секунду. Сука. Окей. Так, ладно. Так, мы здесь... Вот телепорт. Вот сейчас можно, в принципе, поменять. А поменять нельзя? Нет, нельзя поменять. Ладно, окей. Я думал, можно поменять. Я думал, нельзя. Я думал... Ладно, окей. Ух ты! Нифига. F-конденсатор, отлично. Так, открывай сундучок. Ой, найс! Халявная звезда, отлично. Окей. Так. Мы можем, в принципе, сейчас купить читерский завтрак. Чтобы можно почитерить в плане восстановления здоровья. Так, секунду. Я здесь почему-то не разбил эти вазы, ну-ка. Подожди. Окей. Мимо своих очей пропустил. Так, сейчас нам нужно теперь попасть в пещеру. Чтобы оттуда начинать вот направлять луч с цветом. Так, сферы. Бери. Идем дальше. Так, автоконденсатор. Отлично. Мы, кстати, уже одно задание выполнили, поэтому потом после этой миссии можем вернуться обратно в поселение Перидот, чтобы доложить о том, что мы выполнили задание. Сегодня, кстати, еще будет битва с боссом, но перед этим мы пройдем еще кое-какие парочку испытаний. Так, во-первых, ключ использую. Во-первых, использую ключ. А дальше мы посмотрим, как будем это все перемещать. Хотя, мне кажется, тут очевидно, как мы будем это все перемещать. Так, окей. Подожди. Так, ага, подожди. Я что-то не понял. Подожди, а откуда начинается-то вот эта вот световая хрень-то с лучами? Я что-то не понял, подожди. А, господи. Вот. Так, вот, давай, вот здесь сейчас мы поменяем. Аметист поменяем на этот, на жемчужину. Нафиг надо. Я имею в виду, что аметист, она сейчас почему-то бесполезная очень. Она слабая, она бесполезная, нафиг надо. Все, так, давай сейчас мы будем направлять наши лучи. Так, подожди, нет, не сюда. Так, нет. Так. Так, вот это вот надо сейчас убрать. А эту оставить. Окей, пока оставим. Сейчас посмотрим, как там выглядят наши пьедесталы. Так. Вот. И вот. Наверное. А может быть нет, не знаю. Сейчас посмотрим.
Так. Так. Ага. Ух ты. А, ну, ну да. Все, найс. Е-бой. Хорош. Все отлично. Радужный путь мы проделали. Так, и что это нам дало? Радужный ключ еще один. 10 радужных ключей у нас, ребят. 10. То есть, получается, мы можем открыть сразу 3 двери, если нам это дадут, конечно. Хотя, мне кажется, это не дадут нам открыть 3 двери. Потому что в какой-то из дверей может оказаться сразу 4 замка. А может быть... Так, все, прошли. Этап 1.8 мы прошли. Все, отлично. Так, теперь... У нас открылась площадка с магазином. Так, битву с боссом пока не будем проходить. Пока посмотрим, что у нас тут в магазине. Я, честно сказать, не знаю, смогу ли я все это потратить. Мне кажется, что нет. А может быть, да. Сейчас посмотрим. Давай, открывай. Так, что у нас, значит, есть? У меня нет столько. О, еще один ключ радужный. Хорош, и F-конденсатор вон валяется. Хорош. Все, осталось еще два конденсатора найти. Нет, подожди. Да ладно. Че, все что ли? Да ну. Серьезно? О, это вообще как-то... Это очень больно бедный уровень. Ну, 66%, потому что у меня нет денег. Но мы, в принципе, можем собрать и потом сюда вернуться. Так, а сейчас давайте мы вернемся обратно в поселение, чтобы доложить задание... доложить выполненное задание одному из передот. Сейчас, пока я секунду, ребят. Я посмотрю. Ready, свою статистику по спидрану Руш. Ну, честно сказать... Надо поднажать, ребят, потому что что-то прям вот не алё. Я не знаю, почему вам не нравится Руш, но... Ну, окей. Так. Ой, подожди, ваза! Ага, всё. Так. Ищем нашу передот, которая нам нужна. Нет, нет, не тут. Не тут, вниз. Вот. Наша передот. Эй, кажется, в последнее время назойливых световых конструктов стало меньше. Проверка, прекрасная работа. Проверка, говорю. Вот, возьми свои хлопоты. Звездный суперфук добавляет 6 звездных очков в битве. А так у меня уже был. Неужели мой отчим, это мой кли... А, так это читал? Это я читал, подожди. Подожди, 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 подожди. О, хорош. I'm sure. I will fight for the place where I'm free. Ясно. Ладно, не надо. Так, ну и все получается. Так, а где у нас карта? Сука! Выследить демонтоид на чужой луне. Ищи и собирай радужные ключи. Окей. Блин. Ну чё, блин, за хрень, блин, все время вручную нужно, блин, возвращаться к этой карте. Ну чё, от вас возьму. Ладно, окей, осталось еще одно задание выполнить по F-конденсаторам. И все нормально. Но перед этим сначала мы выполним еще одно задание. Вот тут. 9-е задание. Заодно соберем наше бабло, чтобы могли пройти эту планетку на 100%. Но почему-то мне кажется, что я не пройду на 100% чисто из-за вот этих вот магазинов, в которых, блин, дорого все стоит. Чересчур даже, я бы сказал, дорого. Но тем не менее. Так, опять у нас головоломка с этими световыми хренями. Окей, давай. Потом нам нужно, кстати, не забыть вернуться в начало, потому что там тоже есть кое-что интересное. Так, давай сейчас. Давненько мы тебя не использовали. Поэтому поехали. Сейчас, 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 подожди. Вот, 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 вот. Вот так. Красиво. Молодец. Молодцом. Так, вот этот сейчас он меня выбесит, поэтому лучше его сразу первым выбить.
Так, халявную звезду давай. Вот самую-самую халявную. Самая-самая халявная. Амасу. Так. Подожди. Ну давай, ладно. Хотя, в принципе, могли бы это все потратить с помощью гранаты. Блин, мы могли с помощью гранаты все потратить. Нет. По-моему, нет. Ну-ка. Нет. Не с помощью гранат. Ну ладно. Давай. Отлично. Все, давай. Нормально, просто попердели и хватит. Окей, хорошо. Так, а ты сможешь? Нет, не сможет. Не надо. Тогда давай гранат. Давай вот эту. Бля, хреново. Давай. Пофигу. Неплохо. Но можно было и лучше. Ну и все, сейчас потратим халявную звезду и все отлично. Подожди, вот тут. Давай. Отлично. Так, давай еще раз. И еще раз. Три раза с помощью щита этого. Ну окей, ладно. Получается. Не получается. Ну ладно. Хреново. Что я могу сказать? Не, ладно уж. Отомстим. Отомстим, давай. Все, отомстили за Ляпис. Сейчас надо ее как-то подлечить. Новая способность. Слияние радужного кварца 2.0. Ну надо же, это радуга 2.0. Це класс. Так, что у тебя? Тебя надо подлечить. А вообще, во. Нормас, а что нет? Так, окей, идем дальше. Так, ваза. Так, отлично, можем потом вернуться, кстати, в магазин и купить какой-нибудь один товар. Так, подожди секунду. Сначала нам нужно вот сюда. Ёб твою же ж мать. А какой нам нужен конечный результат, кстати говоря? Нам надо найти пьедестал, в котором нам нужно узнавать конечный результат. Потому что я здесь не вижу этого конечного результата. Ни хрена. Зеленый. Нам нужен зеленый цвет. Окей, нам нужен зеленый цвет, допустим. Ну, допустим, будет белый. Окей, хорошо, подожди. Так, здесь, значит, будет у нас тоже белый. Так, белый. Белый. Будет белый, но будет не белый. Я вот так вот скажу. Будет белый, но будет не белый. Будет другой цвет. Так, зеленый. Значит, нам, ну, для того, чтобы получить зеленый, нам нужен синий и желтый цвет. Только вот как добиться... А, ну подожди. А, ну, в принципе, да, кстати. Смотри. Так, только нам нужен не красный. Нам нужен не красный. Нам нужен, блин, другой цвет. Подожди. Подожди. Так, значит, то вниз. А почему красный? Я не красный же просил. Вот, мне нужен синий. Вот, отлично, все, синий мы нашли. Так, синий. Есть. Все, иди туда. Синий. Так. А теперь надо как-то присобачить желтый. Но желтый не присобачить, потому что этот, блин. Ух, пипец. Я вообще не знаю, как мне присобачить сюда желтый цвет. И как здесь получить? Фу ты, ну... Или нет? Нет, подожди. Нет, так не получается.
нет, так не получается, подожди. Да не, так не получается. Он же чисто вверх смотрит. Блин, вот если бы можно было вот добавить еще одну, которая смотрит в ту сторону, то можно было бы синий, в принципе, бы взять. А так не получается, стычер. Или же, кстати. Да нет, тоже не выходит. Блин. А как желтый получить? Серьезно, кстати. Ну, допустим, мы это отключим. А сюда присобачим вот этот вот. Но он красный. А нам нужен зеленый цвет. Получается тогда фиолетовый, блин. Да не тот цвет все равно получается. Понимаете, в чем прикол? Не тот цвет все равно получается. А. Ну да. Так, подожди. Подожди. А, во! 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 Вот! Все! Найс! Найс! Хорош! Все красиво! Все! Вот! Вот как надо было это сделать! Вот! И теперь можно включать эту пирамиду. Получается зеленый цвет. Вот. Вот и все. Красиво. Все, еще один радужный ключ у нас. Но это еще не все. Сразу я вам скажу. Это еще не все. Потому что нам нужно сейчас потом будет вернуться назад. Потому что там есть еще один кое-какой проход. Так, здесь что? А, это ж ясно. Давай. Давайте. Атакуйте нас. Отразил. Отразил. Не отразил. Отразил. Нет. Не отразил. Ладно, окей. Так, давай. Значит, вот этого. Который последний нас ударил. Блин, ну почему? А, ну хорошо. Хорошо, 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 хорошо. Получилось, хорошо, получилось. Так, давай. Почти. Так, халявную звезду. Нормас. Так, давай. В какую сторону? В эту. Давай, наверное. Ой, хорошо. Так, но, блин, уже все. А сейчас могут шлепнуть тут, как его, перл, жемчужину. Если я ее сейчас шлепну, то все, это пипец. Как раз с этой стороны находится вот это сверло. А, ну ладно. Повезло. Повезло, повезло. Давай. Да ё-моё. Ну ладно. Так. Да, вот это. Отлично. Ну и все. А халявных звезд у нас больше нет. Ну, в принципе, давай, наверное, сейчас это. Подлечим. Подлечим, давай, все. Хорошо, поехали. Блин. Ну ладно. Так, давай, добей. Хорошо. Все, отлично. Все, отлично. Так, что, подлечить? Yes, Steven. Ready when you are. Yes. Let's do it. Да, подлечить. Давайте будем подлечивать. Так, ты. Теперь ты. Еще раз. Cheeseburger backpack, твою мать. Сколько еще? Да, еще один сундук и один магазин. Все, окей. Идем обратно. Все, это вот как раз находится в самом начале. Так, окей. Все, понятно. Так, давай. Хорош. Вот когда враг стоит в самом конце, его проще вот так вот пробить. Проще ему устроить пробитие, когда он находится в самом конце. Блин, да? Смысл? Так, давай.
действительно. Хоть ты не граната, но тем не менее. Граната. Так, жемчужина. Пробей-ка их своим копьем. Сейчас, погоди. И давай. Неплохо. Но можно было и лучше. Давай. Почти. Но тем не менее, давай. Бейте нас. Выдержал. Не очень. Выдержал, но не очень. Хорошо выдержал. Че, еще раз давай пробьем. Давай еще раз. Сейчас еще раз пробьем. И поехали. Отлично. Мы убили. Так, тебе пошли за вторым. Все. Тебе осталось только самый мелкий, который меня бесит. Бля, ничего нельзя использовать, самое интересное, чтобы это... Если только подлечить. Давай подлечим себя. Ну? В смысле? Почему? Странно. Почему-то лечение себя не сработало. Так, подожди, у меня вообще запись идет, в принципе? Я хочу посмотреть. Да, идет. Да, он не идет. Окей. Давай, добей. Намаз. Красиво. Ну, почти. Ну, почти. Ой, отлично, сундучок. Все, один сундучок мы нашли. О, красота. Бейсбольная бита. Диорама с бейсбольной битой, перчаткой и мячом символизирует то время, когда Ляпис играла в бейсбол. Учебный меч. Порочный учебный меч, используемый для тренировок. Главный баланс. Нельзя давать этой, как ее... Жемчужине нельзя ее давать. Не будем давать. Бери. А сколько? Ничего не дает. Зачем взяли тогда? О! Секунду. Жемчуг получает 20% шанс не получить урон при идеальных блоках. Повышает защиту. Берем. Здесь. Третий удар обычной атаки. Жемчуг теперь может поразить дополнительные цели со основной целью. При выполнении идеального удара по цели со здоровьем не выше 15% гарантируется удачный удар. Не, да, вот это. Вот это прикольное. Вот это более прикольное, чем обычно. Так, ну все, поехали дальше. Так, давай разбей. Так, отлично. Теперь нам нужно сейчас идти обратно, чтобы найти кое-что еще. Вот сюда. Так. Это здоровье под восстановить. Так, они. Поехали. Так, сейчас, кстати, можно сделать вот как. Смотри. Вот сюда. Блин. Так можно было, в принципе, их убить. Ну ладно, окей. Давай. Отлично. Так, ну и давай. Ну и давай вот. Так, у нас что вообще есть, кстати? Можно как-то подольше тут все сделать, нет? Нельзя, ну ладно. Награда. Все, окей, давай, ладно. Нет ничего, чтобы можно было сделать атаку подольше. Нормально. Нормально. Так. Давай вот этого. Метающего свой бумеранг. Пердящий колсоник. Так. Вот этого. Хорошо. Че, давай, наверное, используем тогда вот эту шнягу. Наверное. А то, что мы ее ни разу не используем. Надо бы. Ага.
надо бы. Ну и все, отлично. На, держи. Все, готов. Ну и гранат. Давай. Добивай этот аккорд. Отлично. Такс. И что-то нового уровня у гранат пока нет. Странно. Так, магазин. В котором сейчас опять будут какие-то... Ооо, найс! Забирай! Хорош, все, здание одно выполнили. Отлично. Все, это мы ничего покупать не будем, все. Возвращаемся назад. Все. Мы здесь все выполнили. Красиво. Так, сейчас теперь нужно нам как-то вернуться в магазин. И нам нужно там что-нибудь купить. Ну, блин, у нас там денег нету, пипец. Точнее, у нас есть, но я не знаю, сможем ли мы это все потратить. По-моему, не сможем. Нам нужно как минимум 2 товара купить. Ну я хз, сейчас давайте я посчитаю, чтобы на 2 товара хватило. Сейчас я посчитаю, подождите. Так. Ну в любом случае на второй товар не хватает денег. В любом случае, поэтому покупаем вот это. Ну и все получается, все больше товаров, все равно не хватает, не хватает. А нужно купить что-то еще одно. Но не получается, потому что у нас денег нету. Хорошо, возвращаемся в поселение. Кстати, ну-ка, секунду, мастерская. Или ничего нельзя сделать. Ой, хорош! Одна выкройка есть, нормас. Отлично. Ой, какая карта, нифига. Новый костюм. Открыто новое бонусное улучшение костюма. Костюм можно сменить в любое время на странице снаряжения персонажа. Так, ну и здесь, значит, не хватает. Окей. Надеть. А что это за костюм? Ну-ка, секунду. Это костюм из этой. Из полнометражки, кстати говоря. А что дает? Дополнительные карманы. Раз в бой за один ход можно использовать 2 предмета. Все, ладно. Ты оденешь его хоть? Думаю, да. Все окей, перемещаемся, поехали. Одел. Надел, окей. Вот тот случай, когда скины, они полезны. Очень редко в играх бывает, когда скины могут быть полезны. В большинстве случаев скины вообще ничего не дают. А здесь вот дают хоть что-то, но интересное. Вот тебе 10 конденсаторов. О, как классно, ты и вправду добыл их. Я, если честно, немного сомневалась. Вот, ты это заслужил. Значок халявы. При каждой атаке есть шанс, что одно используемое случайной способностью станет бесплатным. Не, не хочу. Мне бы сейчас здесь собрать эти. Блин, не собирается почему-то. Это хреново. Ну, блин. Ну, плохо что. Ну, пипец. Ну, ладно. Давайте тогда встретим босса с недобитыми кое-какими процентами. Эх, ну ладно, идем. 5% в итоге вот с нас остаются. Просто мы могли бы здесь купить одну такую дешевенькую за 150. Ну ладно, давай, босс. Давай, босса. Поехали. Поехали. То есть, короче говоря, мы сегодня пол серии просто шли к боссу. Хорошо? Вот это мне везет. Вот это красиво. О, отлично. Надеюсь, дадут шанс взять и это. Гольф квест мини. РПГ с мини-гольфом, рассчитанный на казуальных и на ходку. А, так я читал. Подожди. Подожди, видеогеймс, надержи. Ну и все походу.
А этот больше защиты, кстати, дает, нифига. А, окей. Ну и все. Идем дальше. Это еще что за тропы такие странные? Эй, постой! Мы не так уж плохи, если узнать нас получше. Подожди. А что здесь все так болотисто? Ого! Это детский сад. Демонтоид может быть поблизости. Пф, ты называешь это детским садом? Держимся вместе, друзья, за мной. При этом она не ответила на вопрос, как бы, ну окей. О, ниндзя. Хорошо. Я за тобой наблю... О! Привет. Если сейчас с ними придется сражаться, это хреново. Ой, какой. Ой, какой. Ой, какой. Нифига себе трансформер, слышь. Буровой. Так, вот здесь сейчас можно, в принципе, использовать комбо-атаку сразу же. Ну ладно. Самоцветы, покажем им, что у нас есть. Они нам и в подметке не годятся. Ну что, световые конструкты? Дзынь-дзынь, урок скоро начнется. Не буквально, а образно выражаясь. Вы лучше всех, повеселимся на славу. Ну, насчет лучше всех, я бы так бы не заикался. Честно, чувак. Ну чё, погнали. Стивен, it's time. Давай, солнечный камень, ну-ка покажи мне класс. Ой, какой, Джо-Джо референс, твою мать. Так, о, халявная атака, но это, наверное, разъединение, по-моему, если я не ошибаюсь. Ну-ка, делай, всегда делай домашнее задание. А, так это защита повышения, окей, допустим. А чё? А это атака, во. Чего? А, понял. Во, хорош. А что такое ноль? Это разъединение? Да. Я офигею, короче, с этой атаки. Обалдеть. Давай. На! На! Это офигенно, ребят. Это просто офигенно. Так, на, поменяй. Поменяй. Это просто круто. Так, ладно, одного подобрали. Хорошо. Кого? Ну, да. Как бы я защитился. Так, окей. Давай. Блин, ну ладно. Не получилось. Но тем не менее. Так. Ой, хорошо. Так, давай еще одну халявную звезду. Хорошо. Так, теперь давай вот этих вот. Чтобы не оставалось у него этих миньонов. И давай еще одну. Это посмотрим. Радужный кварц 2.0. Ой, какой. Это очень мне, кстати, напоминает этого. Dragon Ball Z. Там, потому что такая же была хрень со слиянием. Так, где удар? Вот это удар. Ну да. Зачем? Чего? В смысле? Нормально, я вообще не попал ни разу. Окей, хорошо. Вот это было вообще странно. Я вообще ни разу не попал. И в чем смысл тогда этой атаки был? Я, честно говоря, не понял, в чем смысл был этой атаки. Давай разъединяться. Если я ни разу не попал, в чем был смысл? А я вам скажу, в чем. Ни в чем. Так, ну что, давайте, наверное, подлечим. Вот так. Ну все, давай, ладно.
Короче, единственное, здесь это имбовая атака, это у гранат. Я имею в виду суператака. А вот эта атака, она что-то бесполезная. Я вообще ни разу не попал по врагу. Ни хрена! Ты чё читил, хренов, слышь? Ну-ка, давай-ка проткни его, ляпис. Слышь? Охеревшая мразь, нифига себе. Так. Давай. Я не знаю даже. Вот сюда, наверное. Охреневшая мразь, слышь? Так, подожди. Так, есть какое-нибудь здоровье, подожди, восстановление. Вот. Жри. Фак, ничего нету, ладно, окей. Ну, босс прикольный, честно. Босс прикольный, правда. Ну-ка. Фак. Ну ладно. Но здоровье у нас все еще повышено, это хорошо. Так, давай. Мочи. Так, давай. Мою любимую. Я влюбился в эту атаку, честно. В этот солнечный камень я влюбился. Серьезно. Так, давай. Мочи. Хорош. Блин, правда, сейчас эти обратно прибегут, поэтому как бы это... Смысла в этой атаке особо не было. Хотя, может быть, и был, не знаю. Так, надо подлечить сейчас эту. Для... как его? Да. Хотел сказать ляпис, не ляпис. Че, оставим? Оставим. Оставляем, оставляем, оставляем. Эта атака мне нравится, оставляем. Слияние пока оставляем. Давай. Да ладно! Ну, блин, ладно. На, мочи. Блин! Слишком рано нажал. Чего? Серьезно? Ну, ладно, давай еще раз. Да, блин! Не один раз только получилось полностью атаку сделать. И то это была тоже неважная атака, кстати говоря. Ну, давай концентрацию. А здесь больше ничего иного нет. Надо этих миньонов как-то, короче... Надо, короче, наверное, заканчивать с этим слиянием, потому что слияние, оно, конечно, хорошее, но... не всегда эффективно. Блин, минус, минус жемчуг. Жемчуг ушла в минус. Так, все, разъединяемся, потому что... Иначе это может идти очень долго, поэтому нафиг надо. Так, у нас есть, по-моему, воскрешалка, кстати. Секунду, у нас есть воскрешалка. Вот. Воскрешай. Все, воскрешалка у нас есть, нормас. Так, теперь давай пробьем. Давай. И вот копье работает. Очень не хватает, блин, этих звезд, когда нужно вот этих миньонов убить. Их постоянно не хватает, это плохо очень. Самое главное сейчас у нас задача, это убить вот этих миньонов, потому что толку от того, что мы будем вот так... О, кстати, нифига себе. Так, ну давай, наверное, гранат сначала попробуй. Ты, по-моему, бьешь хорошо. Да, не очень. Так, ну давай пробуй, наверное, вот. Ну, блин, а, ну что это за говно, пипец. Чё за фигня, ё-моё. Давай когти. Давай когти, ладно. Так, сейчас нам нужно тебе подлечить. Подлечить, подлечить, пока иначе не было бы очень плохо. Давай, лечи. Лечи. И поехали. Да толку от этих взрывов, никакого. Все равно же хпшка не падает.
У нас сейчас одна задача — убить вот этих миньонов, пока он их обратно не собрал. Он уже их собирает, блин. И все, нам плохо. На. Хорош. Победить 100 световых конструктов. Атака света. Это, кстати, первая часть так называлась. Если кто не в курсе. Забирай. Пока он не вернулся обратно. Чем меньше миньонов будет, тем лучше. Тем быстрее мы победим этого босса. Так, бэкпэк, бэкпэк. Повышать защиту. Так, а лечилок у нас больше нет. Поменяй построение второй раз. Зачем? Защиту. Защиту давай мы отдадим, наверное, вот. Потому что у нее очень мало здоровья. Давай. Успел. 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 Защита не помогла. Кстати говоря, защита не помогла. Фак! Я и забыл. Хорошо. Так. Воскрешай. Воскрешай, воскрешай. Ляпис, воскрешай. Так, все, теперь, значит, это... Гранат. Мочи вот этого. Блин, высоко. Окей. Отлично. Так, теперь нам нужно сейчас всех подлечить. Потому что сейчас иначе будет все очень плохо. Давай. Я не хочу, чтобы все легли в этом раунде. Ну, конкретно в этом в этой битве, чтобы все легли. Все, окей, хорошо. Потом в следующих ходах они долечатся. Так, теперь давай ты. У тебя копье есть, поэтому ты сможешь его пробить. Вот этого вот, вот этого хрена летающего. Давай. Нормас. Отлично. Блин, еще бы была бы это, и было бы хорошо. Ну ладно, окей. О, это было вообще прекрасно. Ну ладно, раз у нас этого нету, то пофигу. Нормально, 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 нормально. Сейчас вы подлечитесь. Сейчас вы долечитесь. Да блин. Фак. Так, давай, метни копье. Метни копье. Вот в этого. Метни копье. Хорошо. Так, теперь, значит, давай, добей. Отлично. Так, а у нас этих нету. Блин, это плохо. Ну, мы сейчас его добьем. Мы его сейчас добьем. Короче, гранат затащит этот раунд, я более чем уверен. О, а вот это вообще полный крах. Ой-ой-ой. У нас что-то битва пошла как в стиле XCOM. Когда я ни хрена не мог. Самое интересное, шкала дружбы пока еще не это. И это плохо. Короче, гранат, на тебе вся надежда. Вся надежда сейчас остается только на гранат. Блин. Потому что кроме гранат больше никто этого босса не победит. Вся надежда остается только на гранат. Серьезно. У нас осталась только одна гранат. Которая еще, кстати, держится. Офигеть. Давай вылази из своего панциря, мразь. Блин, а как вот эти три атаки потратить, если, блин, все цели находятся слишком высоко? Как вот их потратить? А вот никак не получится, блин. Потому что она их не достает их. Если только когтями сюда дело снарядить. Блин.
Значит, нужно нам как-то эту шкалу повысить, вот эту дружбу. Надо срочно повышать эту шкалу. Пока не стало слишком поздно. Блин, если она сейчас ляжет, это все, это пипец. Зашибись! Самая первая битва с боссом, и я ее проиграл. Да ладно. И дайте-ка угадаю, уровень загрузки сейчас не с самого начала битвы. Да, она загружается с самого начала уровня. То есть мне сейчас придется опять весь этот уровень отбегать специально. Ёперный театр. То есть, короче говоря, надо было сосредоточиться исключительно на этих миньонах. Не на самом роботе, а на миньонах. Но это должно было рано или поздно случиться. Рано или поздно у меня бы случилась такая хрень, когда вот так вот все происходит. То есть, короче говоря, сейчас что мы делаем? Сейчас нам нужно поставить Стивена сзади. Потому что иначе его шлепнут. По самому такому месту. Ну, бывает, что я могу сказать, бывает. У меня и в экскомах такая хрень была, когда я не мог с первого раза битву пройти. Поэтому это нормально. Это нормально, что вот такая вот происходит хрень. Это у меня было всегда. И в этом я ничего страшного не вижу. Честно скажу вам. В этом ничего страшного нет. Все, поехали, давай. Так, для начала ставим Стивена сзади. Для начала ставим Стивена сзади. Все, Стивена ставим сзади. Браво, Стивен! Браво, Стивен, твою мать. Я даже не знаю, какую атаку применить для того, чтобы пробить его щит. Ага, окей, нашли. Атаку мы эту нашли, хорошо. Так, теперь сейчас нам нужно... Ага, поменять... А, поменять уже поздно. Ну ладно. Значит, будем, наверное, шлепать по одному. Так. А у нас есть, кстати, халявная звезда. Во, отлично. У нас есть халявная звезда, поэтому, в принципе, можем сейчас смотреть. Так, значит... Вот это вот, давай. Все, на нас. Отлично. Так, ну сейчас по нему, по-моему, бить бесполезно. Или нет, кстати. Да, снарядись когтями. Когтями снарядись, а ты бей по нему. Или нет. Еще у нас халявная звезда есть. Кстати говоря, я про нее забыл. Ну-ка. А, ну не получится сейчас, потому что надо дать ему следующий ход. Надо дать ему следующий ход. Так, окей, все. Так, теперь нам нужно использовать метание копья. Давай. Сейчас, давай, так. И... Поехали. Так, секунду. О, меня кто-то звал. Сейчас, погодите. Так, продолжаем. Так, значит, копье мы метнули. Так. Метни, наверное, еще раз. Метни еще раз. Метни еще раз, и мы сейчас убьем вот этого. Давай. Отлично. Все, этого убили. Так. Так, 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 так. Юзай. Юзай, пофигу. Юзай. Так, давай. Сквизи, твою мать. Так, все окей. Хватит. Пока хватит. Ну, тварь такая. Ну, падла. Так, давай, ладно. Ну-ка. Хорош. Такс. Так. Давай, ладно.
отлично. Ой, халявная звезда, хорош. Забирай. Халявную звезду забери. Так. Давай. Блин, ну почти пробили. Ну ё-моё. Почти было пробитие. А халявных звезд больше нет. Ладно. Погружайтесь, чё. Сволочи, блин. Мерзкие ублюдки, блин. Странно. Ой, ляжет сейчас ляпис. Ой, ля... Да, убили все. Так, сейчас. Воскрешай, чтобы была защита. Блин, больше нет защиты, окей. Так. Юзай. Блин. Ой, нормально, окей, хорошо. Хорошо. Так, давай, юзай копье. Юзай. Нормас. Так, и все, больше нету. Пипец. Так, тогда давай, наверное, знаешь, как сейчас сделаем? Давай, наверное, сделаем вот. Вот так. Хотя, мне кажется, толку от этого не будет, но тем не менее. Хоть что-то, ну, должно было быть. Да ты меня бесишь с этой херней. Так, давай, значит, эту использую. Короче, я, наверное, слишком уж сильно поигрался с вот этими новыми силами. Но, в принципе, я должен был их испытать, чтобы, так сказать, посмотреть, что они из себя представляют. Поэтому как бы это простительно, я думаю. Такое использовать, я думаю, простительно. Так, давай сейчас защиту повысим, чтобы не легла в каком-то раунде. Так, а теперь давай сейчас, наверное, использую свою волну. Блин. Ебой. Красиво. Так, давай гранат. Отмочиловый мускулой. Спасибо. Так, теперь давай вот. Ну, нормально. Нормально, поехали. Да, блин, тебе не надоело случай? Ты меня бесишь. С этой своей херней ты меня бесишь. Не беси меня, Рил. Давай. And твою мать. На, and. And это этот, дерево из этого. Из, сейчас скажу откуда. Это дерево из Игры Престолов. Ой, из Игры Престолов, куда ты чё несу. Не из Игры Престолов, а из этого. Из... Сейчас скажу откуда. Из Властелина Колец. End. Там был End. На, ешь. Нормально. Все, давай. Медленно, но верно, потихонечку мы его избавляем от миньонов. У него, по-моему, 3 штуки осталось. Да, 3 штуки. Потихонечку, медленно, но верно. Так, юзай. Серия будет больше часа в связи с тем, что я просрал битву с боссом, но тем не менее. Я думаю, это не страшно. Давай. Хорошо. Так, давай. Сейчас что-нибудь юзанем. А, у нас есть халявная звезда, хорош. У нас есть халявная звезда, это меня радует. Хотя нет, не радует, потому что... Нет, не радует. Нет, тогда конец хода. Давай. Да ладно. Ну ладно. Так. Пробить ему, стой. Не было пробития. Пробития не было. Так, плохо. Давай. Отлично. Все, так, давай. Так. Так, сейчас давай мы поменяем.
Все, давай, юзай волну. Да ладно, на одного. Блин, это плохо. Это плохо, что на одного. Это very bad. Очень плохо, что на одного. Ну давай, ладно. 5 метаний. Что ж такое-то? Ой. Так, ладно. Значит, вставай обратно. Вставай обратно. Так, теперь давай юзай волну. Хорошо. Так, давай, мочи. Отлично. Так, ну и сейчас бессмысленно его бить, потому что он все равно потом это. Поэтому пока бесполезно. Так, пока что поешь печеньку. Все, поешь печеньку, все. Конец хода. И вот стоило, ребят, сделать 2 шага назад, для того, чтобы потом сделать 3 шага вперед. Этого того стоило, ребят. Честно скажу, это того стоило. Это того стоило, я вам серьезно говорю. Вот, сейчас сразу 2 обратите внимание. Сразу 2. Вот и все. 2 шага назад и 3 шага вперед. И оно того стоило. Все. И у каждого по новому уровню. Новая способность у гранат. Насмешка. Дразнить врагов, вынуждающих их атаковать гранат в следующие 3 хода. Коснись, когда круг шире, чтобы дразнить всех врагов в пределах этого круга. Ясно. И 12-й радужный ключ. На сегодня. Красиво. Новый мир. Открылся новый мир. Джордж, ты загрузил карту с тех конструкторов? Хорошо, Джордж. Похоже, что демонтоид не здесь. Может теперь, может быть, нам теперь стоит отправиться на ту планету? Звучит разумно. Наше межпланетное приключение продолжается. Ага, окей, то есть получается нам разрешают перейти на следующую планету, не возвращаясь на ту. На ту, в которую нам нужно использовать ключи. Ух ты, чего тут много чего нового. Простая сырная пицца, порой лучше всего бывает, бывает простая пицца без чего? Значок фалангов. Повышает атаку на 5%, когда герой находится на верхней или нижней позиции построения. Пока не будем юзать. Пока не будем юзать. Когда будет больше героев в игре, тогда будем юзать. Сейчас пока не будем. Сейчас бы нам надо бы, кстати, закончить бы всю планету в принципе. Не, давай закончим. Я вижу. Спасибо, но сначала давай мы закончим здесь. Пойдем в магазин. И завершим эту планету на 100%. На чужую луну. На чужой луне. Мы завершим все это дело на 100%. Вот смотри. Давай. Все отлично. Целых 5 халявных звезд. Забирай. Оно того стоит. Все отлично. Надеюсь, вы удовлетворены. Нет? Не понял. Чего? Я должен был что-то другое купить. Что, простите? Серьезно? Ну да, видимо, я должен был что-то другое купить. Ладно, окей, не получилось у нас пройти на 100%, ну ладно. Ну ладно, так оно и быть. Так тому и быть. Так, а как мне переместиться в этот? Не, подожди, а как мне переместиться на ту карту? Вот. Перемещаемся.
Все, окей. Значит, получается, в следующей серии мы с вами начнем проходить мир Демонтоид. Потом, если мы наберем нужное количество нам вот этих вот камушков, мы вернемся в чужую луну, чтобы мы могли... Сейчас объясню. Чтобы мы могли докупить и пройти на 100%, ну и все. Пока что на этом сегодня мы с вами заканчиваем. На этом усём.